29 мая спортивно-оздоровительный комплекс Академии гражданской защиты МЧС России собрал гостей на финальный конкурс красоты, где за заветный титул «Краса и гордость Академии 2013» поборолись 7 студенток. Помимо представителей Академии, в состав жюри были приглашены Юлия Сущенко, главный специалист отдела по работе с молодежью Комитета по физической культуре и туризму городского округа Химки, и Алексей Алимичев, генеральный директор ООО «Реклама Сити». Свой творческий сюрприз конкурсанткам подарил детский танцевальный коллектив Академии «Улыбка». Конкурсная программа началась с дефиле знакомств. Девушки, одна за другой модельной походкой, предстали перед зрителями во всей своей красе. Затем был представлен конкурс «Визитная карточка», где красавицы рассказали о себе. Эмоции не с любой. Но Ксюшеньке просто все это далось. Ведь детскую мечту осуществить удалось. В следующем конкурсе кутюрье с помощью 3 метра ткани, степлера и своей модели претендентки должны были создать вечернее платье всего за 7 минут. А изюминкой шоу стал творческий конкурс, в котором девушки показали свои таланты, сорвав аплодисменты зрителей. Выехав на мотоцикле на сцену, свой брутальный танец исполнила Алена Чернова. Айсилу Ялышева и Ксения Буланова приворожили всех мужчин в зале исполнением восточных танцев. Конкурсантка Инга Куликова рассказала стихотворение собственного сочинения о папе. Кристина Быстрицкая предстала в роли Дон Жуана, кокетливо танцуя с девушками. А Екатерина Князева и Юлия Волненко удивили публику своей гибкостью и ритмом в исполнении современных танцев. По итогам всех конкурсных испытаний заветный титул «Краса и гордость Академии», звание покорительницы сердец в интернет-голосовании завоевала Екатерина Князева, студентка первого курса гуманитарного факультета. Также в тройку призеров вошли Ксения Буланова, ставшая второй вице-мисс, Алена Чернова, первая вице-мисс. Титул «Мисс оригинальность» завоевала Кристина Быстрицкая. Титул «Мисс очарование» заслужила Юлия Волненко. Титул «Мисс грация» получила Айсилу Ялышева. Титул «Мисс творчества» завоевала Инга Куликова. Теперь Екатерина Князева представит Академию гражданской защиты МЧС России в конкурсе профессионального мастерства «Мисс МЧС России 2013», который состоится в сентябре в городе Перми. Пожелаем Екатерине удачи и чтоб она никогда не утратила своего обаяния. Насенко Василий, Гущина Ольга, Федосеев Филипп, пресс-служба Академии.